приехали в нашу Кирилловку отдыхать. У нас отдых начался, ребятки. Как прекрасно и замечательно. Уже поплавали. Встали, проснулись очень рано. Поплавали уже в море. Море вон оно какое прекрасное. Сполоснули, окунулись и в бассейне поплавали. Я уже 10 раз непонятно куда туда-сюда оплавала. Круги свои сделала. У нас людей так средненько. Погода отличная. Перекусили уже, позавтракали. Бутербродик с чайком выпили. Немного позагораем. И у нас время обедни. Обедать пойдем. Но мы умно в этот раз поступили. Взяли с собой печку. Поэтому что-нибудь приготовим. Ой, а пока будем наслаждаться. Сэр купил новую игрушку. Покажи. Яблочко, часики. Зачем? Не понимаю. Идем на обед. Пока приготовлю. Как эти скрипят, репят. Мне не нравится. Ой. Отель сделан в виде парка. Все благоухает. Цветочки. Травка. Прелесть какая. Ну и вид шикардосный. Остров. Я туда еще заплыв не делала сегодня. Может быть, завтра. Жара стоит капитальная. Где-то градусов 45 точно есть. И тишина. К вечеру, наверное, побольше людей здесь будет. Не могли пройти. I mean, you know what it is, don't you? Mm. It's clever pruning. They know how to prune it to get the maximum. Да. Не могли мимо пройти такой красивый полусадничек. Вот прям как невестушка. Невеста. Просто невеста. Прям полностью. Ну, конечно. Это хорошо ухаживают. Умные люди обрезают по-умному. Не то, что я. Надо еще уметь обрезать. Красивый полусадничек, да? Огородик. Цветочки разные. Деревца, кустики. Цветы разные. Ну, это вход. Шале считается. У каждого шале свое барбекюшница своя. Но у нас в этот раз мы не брали шале. Стенд. У нас обычный стандартный рум отельский. Ой, все, кушать, кушать. Надо что-то перекусить. Это шиша для нас или для кого? У нас рядом с входом есть такая потайная дверца. Здесь каморка. И в этой каморке что-то хранится. В общем, туалетная бумага. Да. Каморка? Да. Ладно. Открываю каморку другую. Уже в нашу комнату. Два раза. Давай. Welcome, welcome. Наша кухонька. Не знаю, показывала, не показывала? Нет, наверное. Холодильничек. Печечку взяла с собой. Это надо, я хлебчик здесь поджаривала. Ну, и комнатушка. Небольшая, удобная, красивая. Шифонерчик. Лаунж. Да, лаунж наш. Софа эти. И красивый вид у нас. Балкончик, террасочка. С видом на море. Так, вот здесь тоже огородик. Ой, и красота какая. Горы, горы. Горы, горы и море. Ну, это дикий пляж. Ну, и быстренько, что здесь на печечке? Сделаю тосты. Пусть нагреваются. Пока тосты делаю, хочу сделать сок свежевыжатый с апельсина. Быстро сделаю. Картошку с собой взяла, уже отварную. Ну, что-то либо сковородка после хлебушка была сильно разогрета. Прям маслица. Маслица хорошая. Бросила, оно прям, смотри, как потемнело. Ну, ничего, я думаю, не повлияет на вкус. Правильно? Мы ее немножко слегка обжарим.
И что-нибудь с яйцом еще сделаю. Быстренько обжарю помидорки прям на маслечке. И вобью туда, не знаю, расколочу расколдобиню и вобью яйца. Картошка уже готова. А, посолить забыла ее. В принципе, что еще? Огурчик, немножко листиков, салатика. И все, я думаю, и все будет нормально. Будет очень вкусно. Что еще надо? Это только обед. Все, быстро и замечательно. Подам с картошечкой. Сейчас только яйца прихватятся. И все. Ну все, по-быстренькому, пока горяченькое. Яйца с помидоркой. Немного соленоватое, так как соль нужна. Потеря соли идет, потеря воды. Мы на море, мы на отдыхе. Немножко салатика. В общем, сыр довольный. Сок свежевыжатый. В общем, витаминки, минералки. Все у нас есть. Хлебчик. Правда, не домашний, но все равно немножко декорации красивые сделали. На солнце очень жарко сидеть. Там просто невозможно. Там просто пекло. Здесь у нас тенечек хорошо. Немножко так задувает ветерка. Ну все, нам приятного аппетита и всем, кто с нами ест. Чаек с лимончиком сделала. А здесь так прохладненько. После такого вкусного обеда прям хочется вот так вот сделать. Ой, какая прелесть. Ой, как хорошо. Прохладненько. Тенек. Но надо идти. Сейчас чай выпьем. С лимоном сделала черный. Слегка черный такой. Не сильно крепкий. Слабенький. Ну, такой немножко как освежиться. Выпьем чаю. И все. И опять на пол. На море. Ой, загорать. Загорать, купаться, плавать.